Загадки-обманки для дошкольного возраста, детского сада, сборник с ответами. Просит бабушка Аркашу из редиски скушать. Правильный ответ. Кашу, а не салат, провалился наш дружок. Это вкусный. Правильный ответ. Вареник, а не пирожок. Чик-чирик. Чик-чирик. Кто поднял веселый крик? Эту птицу не пугай. Расшумелся. Правильный ответ. Воробей, а не попугай. Ты на птичку посмотри, ног у птицы ровно. Правильный ответ. Две, а не три. Правильный ответ. Ноги, а не уши. Правильный ответ. Луна, а не солнце. Ест осоку в речке Нил неуклюжий. Правильный ответ. Бегемот, а не крокодил. Сидит в ложке, свесив ножки, замечталась вдруг немножко. Та вкуснятина на ложке называется. Правильный ответ. Вермишель, а не картошка. Я скажу вам без затей, в сумке я ношу детей. А в прыжках я чемпион, я прыгучий серый. Правильный ответ. Кенгуру, а не слон. Самые лучшие интересные загадки-обманки для детей младшего и среднего школьного возраста. Сборник с ответами. Дети всегда требуют к себе внимания. Но бывают вечера, особенно зимой, когда нечем заняться. С пользой провести время вам помогут стихотворения «Загадки-обманки». Эти веселые стишки развеселят и малышей, и родителей. Самое холодное местечко в нашем доме – это… Правильный ответ – холодильник, а не печка. Он ушастый, косоглазый, и ты его узнаешь сразу. Он в морковке знает толк. Кто такой? Конечно. Правильный ответ – заяц, а не волк. Высокий, длинноногий, летать ему не лень. На крыше из соломы устроился. Правильный ответ – аист, а не олень. Правильный ответ – папы, а не мамы. Правильный ответ – дочка, а не мама. Правильный ответ – утюг, а не часы. Кукарекает спросонок милый, добрый. Правильный ответ – петушок, а не поросенок. На заборе поутру кукарекал. Правильный ответ – петушок, а не кенгуру. Как в автобусный салон к маме в сумку впрыгнул. Правильный ответ – кенгуру, а не слон. Сено хоботом берет толстокожий. Правильный ответ – слон, а не носорог. В магазин идут старушки покупать себе. Правильный ответ – продукты, а не игрушки. Ква-ква-ква, какая песня. Что быть может интересней, что быть может веселей. А поет вам. Правильный ответ – лягушка, а не соловей. В ползунках всегда дед спит в саду с пустышкой. Правильный ответ – братик, а не дед. На уроках будешь спать, за ответ получишь. Правильный ответ – 2, а не 5. В речке булькает ква-ква, вся зеленая. Правильный ответ – лягушка, а не сова. Правильный ответ – шайбу, а не мяч. Правильный ответ – торт, а не колбасу. Короли все на портретах нарисованы. Правильный ответ – в коронах, а не в беретах. Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая. Правильный ответ – белка, а не лисица. Картину рисую я акварелью, как папа на даче ствол пилит. Правильный ответ – пилой, а не дрелью. Друг зверей и друг детей – добрый доктор. Правильный ответ – айболит, а не бармалей. Небольшие, короткие загадки-обманки для детей, сборник с ответами. Небольшие стихотворения-загадки помогают малышам понять окружающий мир. Как правило, учение в игровой форме воспринимается легче, чем любой материал на уроке. Благодаря шуточным загадкам у детей может развиться желание узнать еще больше. Именно поэтому у школьников проявляется желание читать дополнительную художественную литературу. Правильный ответ – а, а не а. Правильный ответ – петух, а не филин. Простой вопрос для малышей – кого боится кот? Дефис. Правильный ответ – собак. С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает. Правильный ответ – обезьяна, а не корова. И в Воронеже, и в Туле, дети ночью спят на. Правильный ответ – кровати, а не стуле. Правильный ответ – ножницы, а не топор. Правильный ответ – голым, а не зеленым. На рояле пианино Валис исполнит. Правильный ответ – пианистка, а не балерина. Хвост веером, на голове корона. Не птицы краше, чем. Правильный ответ – павлин, а не ворона. Дочерей и сыновей учат хрюкать. Правильный ответ – соловей, а не кабан. В доме я ловлю мышей, развлекаю малышей. Вы скажите, дети, вслух, называюсь я. Правильный ответ – кот, а не петух. По сосне, как в барабан, застучал в лесу. Правильный ответ – дятел, а не баран. Кто пасет коров, овец? Ну, конечно. Правильный ответ – пастух, а не продавец. Правильный ответ – гимнаст, а не пилот. Правильный ответ – мышка, а не попугай. Правильный ответ – лев, а не петух. Голодная – мечит, а сытая – жует. И вкусное, и сытое нам молочко дает. А кто такая, знаю я, конечно, это же.
Правильный ответ. Корова, а не свинья. Под луною песни петь сел на веточку. Правильный ответ. Соловей, а не медведь. Кто в малине знает толк, косолапый, бурый. Правильный ответ. Медведь, а не волк. В чаще голову задрав, воет с голоду. Правильный ответ. Волк, а не удав. Длиннее шеи не найдешь, сорвет любую ветку. Правильный ответ. Жираф, а не еж. Сложные загадки-обманки с подвохом для старшеклассников и взрослых. Сборник с ответами. Для того, чтобы у ребенка формировалась фантазия, образное мышление, необходимо больше читать, рисовать и играть с детьми в развивающие игры. С помощью обманок тоже можно развить все эти качества. Кстати, когда у вас уйма свободного времени и вы не знаете, как его убить, то делайте это с пользой. С друзьями займитесь разгадыванием загадок-обманок. Ведь есть стишки, загадки и для взрослых. Мы гостей всех дружно встречаем, поим их свежемолотым. Правильный ответ – кофе, а не чаем. Не ружье, а стреляет, не змея, а шипит. Не водка, а… Правильный ответ – шампанское. Стреляет, а не шампанское. Скручивает, а не милиция. Правильный ответ – радикулит. Не лает, не кусается и точно так же называется. Правильный ответ – собака, а не собака. Как называются сережки для простаков? Правильный ответ – лапша. Главный гость на всем столе, в каждой русской он семье. Вы устали уж, миссия? Отдохните вы. Правильный ответ – оливье. Один глаз, один рог, но не носорог. Правильный ответ – корова из-за угла выглядывает. После ознакомления с загадками и стихотворениями с подвохами многие меняют свое мнение о загадках. Ведь они могут развеселить не только детскую аудиторию, а и взрослую. Загадки-обманки могут стать отличным развлечением на любых праздниках, будь то детские дни рождения или свадьбы. Больше загадок смотрите в статьях.